Добрый день. Сегодня хочу дать отзыв на всеинструменты.ру. Уже несколько лет я покупаю на этом сайте. Дело в том, что, оказывается, эту компанию основали выпускники МФТИ. У них такая специализация именно на инструментах, но в то же время у них есть много других всяких вспомогательных категорий. Например, часто я брал именно какие-то простейшие инструменты и крепеж. А почему я решил записать это видео? Потому что у меня, ну, случилось в последнее время что-то неприятности с этой компанией. Объясню последние там пару случаев. Давайте откроем мои заказы. Вот что случилось. Заказал у них вот такой вот силовой удлинитель на катушке в понедельник. У них срок бронирования 3 дня. Когда он прошел, мне пришло смс-ка, что если вы хотите, то можете продлить срок бронирования. Я его продлил. Вот, и приехал в субботу за этим удлинителем. Ну, дело в том, что мы на дачу ездим раз в неделю, и, соответственно, я могу там забрать только в субботу либо в воскресенье этот товар. Приехал туда, а мне говорят, а мы уже ваш товар отправили на склад. Вот, то есть у них не работает вот это вот взаимодействие, видимо, либо со сбоями работает между системами, когда бронирование не проходит. Вот. Соответственно, этого товара я лишился. Дальше у них следующий заказ. Заказал патчкорд. Ну, по интересной цене. 55 рублей. Вот сейчас вот уже 31 мая. Заказал 20 мая. И он потом мне звонит и говорит, что товар данный не будет вам доставлен. Вот. И обратите внимание, заказывал за 55 рублей. Сейчас цена 4 раза выше. Да? Вот, то есть за неделю там цена поднялась 4 раза на патчкорд там 5-метровый. Вот тоже очень интересная и некрасивая ситуация. При этом, соответственно, вот этот новый по новой цене можно как бы добавить в корзину. Вот перейти в корзину. Вот, и, соответственно, оформить можно заказ. Ну, давайте оформим. У них находится на Писаревской. Вот, единственное, тут нужно переключаться на Московскую область. Вот, но я думаю, что нормальная компания, добросовестная, она, кстати, здесь нужно не обязательно выбирать именно дату, когда вы хотите получить, чтобы не было такой ситуации, что вы не получите свой товар, если придете к нему, придете за ним слишком поздно. Вот. Ну, я здесь всегда пишу, например, заберу в субботу, чтобы они этот товар не отправили на склад. Дело в том, что у них сейчас в связи с тем, что Леруа Мерлен закрыты, у них, ну, достаточно много заказов, склады самовывоза, вот эти пункты самовывоза переполнены, очереди, там, ну, такие очереди, ну, там, человека 2-3, там, то есть стабильно. Ну, отправил этот заказ. Вот, ну, попытаюсь прийти в магазин и сказать, чтобы мне вот этот вот заказ на 205 продали по той цене, которую они изначально обещали, в 55 рублей. Вот, ну, пышка, конечно, это не дело поднимать цены в 4 раза. Вот это неэтично. Вот, это самые два таких вопиющих случая. Вот, это как бы минусы, теперь какие плюсы, да, ну, это достаточно широкая сеть доставки. Вот, дальше достаточно хороший классификатор, да, то есть если вы там не разбираетесь в этих проводах, да, то тут, ну, в принципе, достаточно понятные такие вот рисунки,
оказывается, с этими кабелями, проводами есть много нюансов, да. Вот, то есть можно выбрать именно то, что вам нужно. То есть многие из вас, допустим, не подозревали, что есть какие-то вот куча каких-то видов проводов. Например, есть какие-то такие вот дешевые плоские провода, которые, ну, и целая даже ассоциация, которые говорят, ну, борются вот с этими нестандартизованными проводами, которые очень дешевые, такие плоские. И целый консорциум производителей, которые производят вот такие вот в круглые оплетки провода, вот, они борются вот с такими, говорят, что они не по ГОСТу, что они там плохие и так далее, то есть, потому что, ну, очень дешевые такие. Вот, особенно вот эти ПГНП, вот эти провода очень дешевые. Вот, и можете в интернете понять, почему. Вот, теперь давайте еще раз посмотрим мои заказы. Значит, что я у них там заказывал? Вот эти вот все удлинители, патчкорды. Вот видите, немножко даже подвисает сайт. В принципе, на сайте много отзывов. Можно знакомиться с ними. Товар, то есть, ну, достаточно... Бывают акции интересные со скидкой там 40%. Вот. Но в последнее время случаются задержки заказов. Ну, то есть бывают действительно очень интересные предложения, и если говорить по ценам, то что-то даже выгоднее покупать здесь, чем там в Леруа Мерлен. Я обращу внимание, что бесплатная доставка у них, то есть это очень удобно. Вот в других магазинах, как правило, доставка платная, имеется в виду в пункт даже самовывоза, здесь бесплатная доставка. Вот курьерской доставкой не пользовался, ничего не могу сказать. Вот поэтому какие-то расходники удобно здесь подобрать, нужные именно вам. Вот, например, какие-то редкие я заказывал очень толстые сверла там. Вот, ну, из крупных покупок масляный радиатор был. Вот, это, то есть очень широкое сверло 20 мм. Да, то есть какие-то вот редкие такие вещи, которые, может быть, даже вы в Леруа не купите, здесь можно приобрести. Поэтому в целом как бы сайт рекомендую, но не спешите как бы делать предоплату, потому что товар может не оказаться в наличии. Ну, естественно, раньше можно было оплатить еще, почему я заказывал бонусами спасибо. Сейчас оплата бонусами спасибо, начиная от 2000 рублей. Вот тоже ухудшение. Вот, ну, в общем, если есть вопросы, задавайте их, ставьте лайки, подписывайтесь. У меня на канале есть еще много других отзывов о там строительных магазинах, о всяких юду и так далее. Вот о сервисах доставки. Спасибо большое.